cafea cu adevărat bună începe cu boabe de calitate. Descoperă magia alintaromei Jacobs. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic cel puțin 5 fructe și legume. Жительница австралийского города Перт подала в суд на своего соседа из-за запаха шашлыка. Она вегетарианка и утверждает, что запах жареного мяса нарушает ее права и отрицательно сказывается на здоровье. Мясоеды Перта выступили с ответными мерами. В знак протеста они приехали к дому вегетарианки и устроили массовый пикник с шашлыками. Но кто на самом деле спровоцировал войну между мясоедами и вегетарианцами? Как Майк Тайсон обанкротил мясных королей и куда пропали ножки Буша? Австралийские экологи-активисты выяснили, какие продукты содержат ГМО на самом деле.